Всем привет! Еду на рыбалку, но моя дорога, мой путь лежит через бор. Каждый раз здесь проезжаю, кайфую. Кстати, в этом же бору я грибы собираю. Воздух прекрасный, птицы поют. Вообще, знаете, сейчас остановлюсь, послушаю. Спешить как бы некуда. Класс, приятно с утреца такого послушать. Еду на то же место, где был позапрошлую рыбалку. Но вот только проблемка. Ночью был дождик, и я не уверен, проеду ли я. Как бы до этого ехал по бору, был песочек, было нормально. Кстати, на улице поднялся ветер. А я сегодня еду с ультралайтом. С ультралайтом не люблю ловить при ветре, потому что сильно шнур выдувает. Так, главное доехать. Сейчас будет участочек, который я вам показывал. Трава мокрая, вообще не высохла. Ну, пока что здесь нормально. Мокрые ноги не обеспечены. Опять же, это к слову, езды на рыбалку на велосипеде. Без велосипеда пешком идти долго, больше ни на чем не проехать. Кстати, мой канал теперь называется не просто рыбалка, фишинг, а adventure and fishing, то есть приключения и рыбалка. Потому что у меня постоянно какие-то приключения. Вот, например, сейчас. Так, начинаю собирать уже грязюку колесами. И появляется уже сомнение о том, что я туда доеду. Потому что грязь-то еще впереди, а я уже насобирал. Ладно, продолжаем. Тут как бы по травке. Черноземик здесь. Черноземик хорошо прилипает к колесам. Еще и лужица есть. А лужицы, класс. Люблю приключения на свою жопу. По-другому жить неинтересно. Так, я думаю, на обратном пути поеду кругом. Либо там уже подсохнет здесь. На сегодня аж 26 обещают. Какие-то следы есть. Кабан ходил. Похоже, что кабан ходил. Да. Так, и вот начинается самый интересный участок. Грязь я уже, конечно, подсобирал колесами. Так, слышим звуки, ребята, это не гром, вы сами знаете что. Но рыбалка будет неспокойна. Слышим, да? Так, грязь не насобирал на колеса, вон видим. Слышали этот звук, да? Ну, вот по этой причине я дальше не поеду. Поедем в другое место. Поехали в другое место. Врюхался я в грязь, дальше не поехал, да и как-то шумно стало. Но поеду я на озеро, где щуку поймал. Поеду через бор по короткой дороге. Как всегда. Ну, без грязи у меня никак. Вот такая дорога, парни. Вон видим, да? Без приключений у меня не получается.
Посмотрим, чем закончится моя сегодняшняя рыбалка. Сдаваться не буду. Еду я на велосипеде обратно к моему озеру через бор. Вижу, стоит машина. Ну, знаешь, грибники. Думаю, зайду-ка я и на свои грибные места посмотрю, есть ли грибы. Мало ли что. Тут недалеко было, километрик всего. Вот сейчас зашел, смотрю. Ну, пока не видно. Пока не вижу. Дожди у нас были, то есть если грибы могут начаться, то очень быстро и активно. Такой момент не хотелось бы упустить. Грибы я собирать люблю, вы видели на моем канале. Птички поют, как всегда. Послушать такое приятно. Ну, грибов нет. Потому что они всегда вот здесь вот растут, где мох. Если бы грибы были, здесь бы мы их уже нашли, хотя бы срезанные, либо еще что-то. Ну, здесь в траве они всегда есть. Причем в первую очередь после дождя. В общем, грибочков не видно. Наверное, поехали к своей первоначальной цели. Надо рыбалку. Нечего здесь ходить. Разведку провели, кто грибник, знаете. Опа! Опа-па-па-па! Опа-па! А вот он, маслянистый такой, ребята. Давай-ка мы его срежем. Давайте-ка мы его срежем. Опа! Какой красавчик! Червей просто тьма. Жрут его все, кому не лень. А я даже на секундочку успел обрадоваться. Думаю, ты такой грибочек. Он такой красивый был. Красивый был. Но не судьба. Ладно, все. Едем на рыбалку. Не будем распыляться. Разведку по грибам провели. Грибов еще нет, ребят. Еще нет. Когда будет, я, естественно, приеду на тихую охоту. Видео, конечно же, сниму. Приехал я на озеро, собираю сейчас свой спиннинг, ульдрик. Попробую здесь поискать щучку, может окуня. Вот, прошлую рыбалку я именно на этом озере поймал щуку. Сейчас, как всегда, пройдусь бегло щучьи места, там посмотрим. Ветер поднимается очень быстро. Я не люблю ловить, когда шнур сильно выдувает, ультралайт. Нет чувствительности снасти, это плохо. Ну, посмотрим. Поймал вот что. Чей-то погнивший воблер с грузом на 10 грамм и с поводком. Воблер вообще сгнил уже окончательно. Груз заберем. Окунек, парни. Хорошенький окунек. Видимо, он промазал, потому что взял снизу. Опа. Надо медленнее делать, знаешь, проводку. Вот такой для наших озер. Это красавчик. Вот такой окунек. Красивый. Вот такой окушок вцепился. Смотрите, какой маленький. Маленький, но злостный. Ракета. Ветер, конечно, вообще напрягает. Ну, дует прямо по каньону, по озеру.
шнур выдувает, дугу метров 5, наверное, в бок. Смотри, рыбы откусили хвост. Опа! Парни, еще один полосатик. Сейчас он взял на приманочку. Хорошо, жадно взял. Приманочку под названием Виолент. Короче, ультрафиолет. От флагмана. Тихо-тихо, отдай приманочку. Вот такой красавчик. Для нашего озерца это нормальный размер. Так, ребятушки, что, сейчас где-то я половил на озерце. Поймал 2 окуня, точнее 3. Один совсем маленький был. Ветер начался очень сильный. Такой, что я бросаю 3 грамма груз. Он назад начинает лететь. В принципе, было интересно до своего места прошлого, где я ловил. Я не доехал, потому что грязь, вы видели. Заехал на озеро, ну я с уловом, руки рыбы заморал, я доволен. Скажу вам по секрету, сегодня мой знакомый поймал сама на донку. На ночь ставил, на выползка, на 2,5 килограмма. Так что мои окушки это вообще ни о чем. А, и щучка дома есть. Ладно, всем пока. Погодка класс, стало жарко, вообще можно раздеваться. Всем пока, лайки, подписка. И еще будет много интересного.